Здравствуйте, как зовут вас? Здравствуйте, меня зовут Ксения. Откуда у нас? Мы приехали из Москвы, но мы тут каждый год летуем. Ага. Вот, отдыхаем с детьми, у меня трое детей. Вы живете в Кавказ, очень... ваше жилье или снимаете? Наше жилье. Ага, все, ну то есть себе домой приезжайте на летнее время, оздоравливайте детишек, это классно. Расскажите отзыв крайность, ну, пляжи Кавказ, вот что вам нравится, что не нравится. Вообще нам пляж в Анапе нравится, сюда приезжаем, ну, потому что нравится и песок, и море, дети, вот. Но в этом году мы приехали и расстроились, что очень много ларьков, будок, где была волейбольная площадка, ее сейчас нет, там стоят вот будки, даже непонятно для чего они нужны, то есть они их поставили буквально через каждые 30 метров, для чего вообще непонятно. Ну это переодевалочка, вижу, переодевалочка. Вот эти переодевалочки, а за переодевалочками, заметьте, вон там вот будочка со стеклом, вот там спасательная будочка, но тоже могли бы ее сделать, ну, немного симпатичнее, потому что вроде говорили про единый стиль Швеции, да? Да, бело-голубой самое главное. Ну, бело-голубой, а ничего, что это все из каких-то старых деревянных конструкций, которые уже, по-моему, пора на свалку. То есть это вот будка, вот будка. Дальше идет туалет, в который нельзя зайти, потому что он воняет. То есть это я не понимаю. То есть как бы туалет поставили, но поставили для... Ну, галочки. А тот, который галочки. Вот там на проходе? А вот тот на проходе, сейчас вообще он закрыт, стоит вместо него там какой-то пост поставили. Но там еще он не работает, он работает, но он заплатно работает. Пару слов именно о летом, о том, как здесь все выглядит. Я вот сделал для своих подписчиков такое пояснение, что в этом году навесы все-таки отодвинули от моря, так ли это? Да, отодвинули, было ближе. Придет лето, и море-то успокоится, оно будет еще дальше. То есть в этом году место будет именно для отдыхающих бесплатных гораздо больше, правильно? Ну, я надеюсь, что это будет так, да. Что море успокоится, и будет тут береговая линия, и что будет сюда хорошо, тут будет бесплатно. Потому что вот мы с детьми, мы не под этими как бы шезлонгами отдыхаем. Mm-hmm. Мы отдыхаем, но причем мы каждый день приходим, мы тут живем. Мы тут не на неделю, не на месяц, поэтому мы там на 3 месяца мы приходим, и мы ложимся, ну, вне вот этих вот зоны. Арариях, или как это называется. Ну, в целом, пару слов, пляж нравится? Пляж нравится, но вот, допустим, Василий Александрович говорит про то, что тройная очистка песка, тут вообще никакой очистки не было. Никогда понятно, не было. Что сейчас выносит. Ну вот сам песок, вот до начала вот этих установлений будок, вот всех этих заборов, вот опять же забор вот этот, ну зачем это делать? Что это за, ну не знаю, загоны, козлов, да. Кого, баранов собирается, ну загоны какие-то. Мне кажется, это вообще не стоит, это портит вид. Чем меньше конструкции, тем лучше. Да, пляж кажется шире, больше и более привлекательным. Абсолютно. И, ну, как бы наше правительство хочет, чтобы люди отдыхали здесь. Но когда надо соответствовать, тогда не надо устраивать колхоз. Согласен с вами. Спасибо большое за ваш отзыв. Хорошего отдыха, летний период. Да, рада была. Увидимся. Вас спасибо. Познакомиться. Всего доброго. До свидания.